Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и в этом видео мы с вами поговорим о 4 мифах о климаксе. Действительно, многие женщины часто находятся в состоянии полнейшего заблуждения и абсолютно не знают базовых вещей, касающихся климакса. Поэтому, если у вас есть страхи, обязательно смотрите сегодняшнее видео. Мы разберем самые-самые частые страхи у женщин в состоянии, которые готовятся и боятся климакса. Смотрите сегодняшнее видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, задавайте интересующие вас вопросы, и в следующих видео я разберу самые частые и самые интересные вопросы. Ну что, друзья, я для вас подобрала 4 самых важных мифа, да, о климаксе. Действительно, большинство женщин часто в эти мифы очень даже верят и очень даже их боятся. Первый миф, что менопауза еще далеко и готовиться к ней не надо, что наступит и наступит. Ну, безусловно, так жить можно. И многие женщины, к моему большому сожалению, как гинеколога и как женщины, так живут. Что, ой, ну и ладно, да, наступит и наступит. Ну, у всех же есть, и у меня будет. Я здесь могу вам сказать про то, что можно подготовиться и зайти в этот период совершенно по-другому. То есть вы будете максимально готовы, без каких-либо ужасных последствий переживете менопаузу. И восполните витаминно-минеральные дефициты. Ваш организм уже будет готов к абсолютно новым условиям. И он спокойно переживет вот такие серьезнейшие гормональные нарушения. А во время менопаузы как раз-таки происходит очень серьезное нарушение. Второй миф. Менопауза – конец сексуальной жизни. Конечно же, во время менопаузы женщины жалуются на сниженное либидо, на дискомфорт во время сексуальной жизни. И, конечно же, из-за сильного снижения женских половых гормонов многие женщины как раз с этим и будут встречаться. Но здесь, опять же, если возвращаться к первому мифу, да, что менопауза еще далеко и готовиться к ней не надо. Вот если вы подготовитесь, да, а сейчас, на сегодняшний день, есть огромное количество разных методик, которые помогают женщинам восстановиться и нормально пережить именно психически, именно гормонально, нормально абсолютно пережить этот непростой период жизни каждой женщины. Ведь каждая женщина, когда у нее каждый месяц есть менструация, они говорят, ой, как мне эти менструации надоели, в бассейн не сходишь, в отпуск не съездишь, да, там штаны белые не оденешь, и там болезненность, изменение настроения происходит. Но как она их ненавидит всю свою жизнь, да, как только менструации прекращаются, женщина начинает грустить, страдать и считать себя какой-то не такой, какой-то неполноценной, что все, я уже не такая женщина, как раньше. Поэтому я рекомендую к этому периоду готовиться. И не просто вот, что будет, то и будет, да, как говорится, надеяться на авось, а именно подходить подготовленной в данное состояние. Следующий важный аспект, на который сегодня хочу обратить внимание, это лишний вес. И женщины говорят, сейчас у меня будет менопауза, я буду толстая, я буду некрасивая. Конечно же, под действием гормонального фона изменяется метаболизм, это безусловно так. Здесь еще часто накладываются стрессы, что женщина начинает заедать и есть все подряд. Этот момент тоже стоит учитывать, но тем не менее
можно в этот период, опять же, поддерживая свой вес нормально, даже с приемом гормонов или без приемов гормонов, поддерживать свой вес. Об этом мы тоже очень много говорим, да, не забывать про физическую активность, не забывать про витаминно-минеральные дефицитные состояния и, конечно же, следить за своим питанием и отказываться от вредных привычек, чтобы вес ваш не изменялся. Ну и следующий миф – это про то, что я стану самой страшной, самой морщинистой, самой некрасивой, с ужасной кожей. Безусловно, под действием гормонального фона происходит такой серьезный птоз, да, то есть изменение кожной структуры, кожных, вообще в целом уменьшение коллагена. То есть кожа, безусловно, ухудшается у женщин в период менопаузы. Но опять же, если вы к ней правильно подготовитесь, если правильно восстанавливать все дефицитные состояния, следить за уровнем гормонального фона, то, конечно же, можно поддерживать себя молодо и красиво. И многие актрисы, да, соответственно, представители средств массовой информации это доказывают, что можно достаточно в таком зрелом возрасте хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Специально для мужчин, чтобы ваши мужчины всегда были самыми мощными, самыми мужественными, я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Я рекомендую принимать по одной капсуле 2 раза в день. Банки хватает на курс на месяц. Восстанавливают потенцию, улучшает либидо, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, улучшают качество сперматозоидов, повышают уровень тестостерона. Мужчина всегда остается самым мужественным, самым сексуальным, с хорошей потенцией, с хорошим уровнем тестостерона и всегда будет обращать на вас свое внимание. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Принимайте регулярно и длительно для достижения самых хороших результатов. Главное – регулярность, длительность приема и отказ от вредных привычек. Вот основные критерии, когда мужская мощь точно вам поможет. Ссылка первая в описании.